Уважаемые дамы и господа, здравствуйте. Смотрите, перед нами город Рим. Такой небольшой киноэкскурс. Вот они, местные достопримечательности. Кому Колизей, кому спагетти, ну а кому... Ну а кому вот этот автобус, вот этот длинный план над развалинами храма Зевса. Вот новостройки пошли с парком. Снова Колизей, снова арка, полуарка. Памятник. Мужчина. Кому Колизей, кому спагетти, а кому вот это лицо и этот голос. Наша достопримечательность. И называли его имя. Какое имя? Подождите, подождите. Повелитель Рима, император Нерон, всю жизнь хотел быть актером. В свою очередь, актер, о котором сегодня пойдет речь, мечтал править Римом. Самое удивительное, что оба своего добились. Нерон выступал на лучших площадках античного мира, а Альберто Сорди, или Большой Альберто, как ласково называли его итальянцы, в один прекрасный день водворился в мэрии на Капитолийском холме. Я имею в виду настоящий Капитолийский холм, а не американский новодел. Мэр собирается сделать заявление для прессы, то есть для нас. Возможно, и нам кое-что перепадет. Да, мы будем в первых рядах. Никто же не знал об этой встрече. Да, я не ошибся. Актер Альберто Сорди в один прекрасный день стал мэром Рима. Сеньор Сорди, а почему Рим болен? Почему Рим болен? Потому что принимает слишком много людей. Да, что будет? Мама мия, ничего не будет. Римлянин ко всему привыкнет. Чувствую ли я себя римлянином? Вы посмотрите, одно лицо, типичный римлянин. Я работаю по призванию, как монах, как священник. Мой двигатель – любовь. Господи, кто написал этот текст? Друзья мои, это все безобразие. Я буду говорить своими словами. Итак, сеньоры, я принял решение закрыть исторический центр города. Закрыть его для автомобилей. Не знаю, чем думали власти, когда начинали выбрасывать на рынок миллионы машин, хотя догадываюсь. Они что, забыли, что в Риме не улицы, а улочки? Рим не город, а музей, и передвигаться по нему надо на цыпочках. Толпы людей, снующие туда-сюда, все в джинсах и все одинаковые. Святой Франциск, я не узнаю тебя, Италия. Гейлати, ебет, я... А... Я не узнаю тебя, Италия! Может, мне здесь прослезиться, а? Скупая мужская слеза, как вы думаете, а? Электорат любит, когда поет. Италия! Мы вместе! Только так! Родителей Сорди лучше всего характеризует фраза «противоположности притягиваются». Отец – учитель музыки, восторженный, даже буйный, и сдержанная, рассудительная мать. Старший Сорди, отец, то есть, был участником Первой мировой и с удовольствием рассказывал всем о своих подвигах, которых на самом деле, возможно, и не совершал. Слушатели догадывались, что их обманывают, но не спешили с разоблачением, потому что врал старший Сорди складно, врал, как песню пел. Позднее Альберто Сорди скажет, что искусство виртуозного вранья итальянцами утрачено навсегда. То есть и сюда дотянулся прогресс. Актер будет очень скучать по Италии своего детства. Продолжим пресс-конференцию мэра? Ну что же, продолжим.
Даже в годы господства проклятого фашизма итальянцы передвигались тихо и степенно. По одному тротуару шли в одну сторону, по другому в другую. Машин тоже было мало. Едет одна машина, и все сразу спрашивают, а кто это поехал? Джаканини. О, какой Джаканини? Ну, тот, что автобус, понимаете, обокрал и выиграл лотерею после этого еще, ну, в прошлую пятницу. А, тот самый Джаканини. Теперь мы понимаем, откуда у него машина. Все идем играть в лотерею. В общем, движение было такое, что регулировщик на площади Венеции казался кретином, который почему-то надел белые перчатки с крагами и делает гимнастику. Однажды маленький Сорди переходил улицу с намерением купить на той стороне пакет черешни. Вдруг из-за угла выскочил фургон и слегка затронул Альберта. Он даже не упал, просто отскочил в сторону. Но во время вечерней церковной службы его подвели к алтарю и объявили всем прихожанам. Свершилось чудо! Этот мальчик избежал когтей дьявола. Все на колени! Едва ли, скажу я вам, тот мальчик избежал когтей дьявола. Едва ли! Все-таки Сорди выбрал сомнительную с точки зрения религии профессию. И выбрал, хорошо обдумав. В 3 года он уже знал, кем будет. В 5 победил на конкурсе самые красивые детки Италии. В 13 выиграл еще один конкурс на лучшего имитатора голливудского комика Оливера Харди. Мальчик и не собирался останавливаться на достигнутом. Альберто был, так сказать, несколько тщеславен. Школьником он озвучивал кукол в театре марионеток. Потом сбежал в Милан выступать в мюзик-холле. Вернулся и устроился на студию Чиничита дублировать иностранные фильмы. Ну а параллельно и сам снимался в кино, например, в роли льва с головой из папье-маше. Настоящего успеха Сорди добился на радио. С 1948 года выходила его передача «С вами говорит Альберто Сорди». Macaroni, questa roba da carettieri. Io non mangio macaroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Macaroni, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, macaroni. Io me ne mangio. Продолжим пресс-конференцию. О чем говорил мэр? А он все о своем. Предлагает все машины выбросить из города и зовет всех вместе с ним идти гулять по развалинам. По форумам. По римским форумам, я имею в виду. Соглашайтесь, господин мэр прекрасный гид. А если вы ему понравитесь, он расскажет вам, как в молодости тискал среди древних развалин длинноногих девчонок. Кстати, достижения его ровесника Федерико Феллини из Римини в этой области гораздо скромнее, уверяю вас. Одно слово – провинциал. И, кстати, о провинциалах и Феллини. Буржуазные провинциалы в Риме – главная тема фильма Федерико Феллини «Белый шейх». На роль белого шейха Феллини пригласил Альберто Сорди и, по мнению многих, совершил ошибку. Сорди считали в лучшем случае эпизодником. Утверждали, что он не обладает качествами, которые влекут зрителей в кинотеатр, а его потолок – скетчи перед сеансами. Феллини думал иначе. Итак, смотрите, «Белый шейх» – своеобразная пародия на старый немой фильм «Шейх» с участием Рудольфа Валентино. Поцелуй меня. Поцелуй меня, поцелуй. О, боже, моя голова. Веревка. Молодожены приезжают в столицу на аудиенцию к папе Римскому. Но тут выясняется, что жена новобрачного Ванда тайно влюблена в натурщика комиксов для взрослых по прозвищу Белый Шейх. Оказавшись в Риме, Ванда убегает от мужа, добивается встречи со своим кумиром и в итоге разочаровывается в нем. Вот такая веселая, чисто итальянская история.
Феллини отмечал у Сорди великолепное чувство аудитории, особую чуткость. Его игра, вспоминал режиссер, брала за живое всех. Вот она, остроумная пародия Сорди на легендарного Рудольфа Валентина. Цель пародии – напомнить публике, что не все то золото, что блестит. Публика отреагировала вяло. Феллини убеждал актера не отчаиваться. Следующий фильм Феллини с участием Сорди – картина «Маменькины сынки», в котором Альберто сыграл игромана Альберто. Ну уж простите за такой неудачный каламбур. Это шутка не моя, это шутка Феллини. Бывает. По сценарию Сорди переодевался в женское платье. Это породило множество слухов, с которыми Альберто приходилось бороться. Феллини злорадствовал. Когда в следующий раз Феллини и Сорди пришли к продюсеру, тот поинтересовался. Ну, что теперь? Сумасшедшие были, извращенцы, он указал на Сорди, тоже были. О чем, или вернее, о ком новая картина, а? О продюсерах моментально отреагировал Федерико. И Сорди вдруг понял, что очень устал от своего приятеля. Святая Мадонна. Они окончательно перестали сотрудничать после того, как Феллини не утвердил Альберто на роль канатоходца Мато в картине «Дорога». И хотя режиссер клялся, что сделал это под давлением продюсеров, Альберто ему не поверил. По словам Сорди, Федерико часто прикидывался дурачком. Традиционная итальянская забава – ломать комедию. Долой индустриальные бутики с джинсовым барахлом. На их место вернуть лавочки, где всегда работали ловкие и умелые ремесленники. Вот недавно понадобилось мне починить канделябр. Бронзовый канделябр. Казалось бы, пришел к старому знакомому, а он встретил меня со слезами, плачет. Завтра, когда вы постучите в эту дверь, вам уже никто не откроет. Лавку закрывают. Сам-то я уже стар, а дети мои о ремесле и знать не хотят. Я нормально смотрю сюда, бабушка? А вот так? Сфотографируйте меня вот так и с канделябром, как будто я, мы вместе. За старое и за новое. Прекрасно, сеньор Феллини. Вы представить себе не можете, какую честь вы мне оказываете, сидя вот так вот. Ты знаком с Феллини? Да, скажу я. Мы с ним как братья, сеньор Феллини. Вы можете вообразить, что я расскажу про вас. Я всегда включаю эту мелодию, когда рассказываю людям фантастические сцены из ваших фильмов. Про всех этих толстяков, беззубых монахов, которые бегут по центру дороги. И потом обросшие волосами монашки, с цирковыми наездниками, у которых задницы больше лошадиных. Потом кардиналы, бароны, графы. Вы помещаете в фильмы свои детские сны? Ну, не все, но в целом... Сеньор Феллини, вы в детстве все время спали? Когда вы были еще мальчишкой, там, в Римине... В свое время Сорди очень даже любил прошвырнуться на автомобиле. Спортивная куртка, локоть небрежно выставлен в боковое окно. Было дело, даже победил на одном ралли. Это состязание устроили тогда только ради актеров и сочувствующих. И что вы думаете? Софи Лорен и Сильвана Мангана до крови искусали руки. На том ралли Альберто Сорди взял все призовые кубки, оставив с носом их покровителей, продюсеров Карло Понти и Дина де Лаурентиса. Молодец, Альберто. Для справки, в Италии было три продюсера по фамилии Де Лаурентис. Братья Дина и Луиджи, и еще Аурелио, сын Луиджи. Но главный, конечно, Дина. Авантюрист по натуре, он любил неожиданные решения. К примеру, однажды затеял экранизацию «Мертвых душ» Гоголя. Режиссер Георгий Данелли, Чичиков Альберто Сорди. Неожиданно, не так ли? Действие должно было происходить в Советском Союзе. Данелия не возражал, Гоголь, как вы понимаете, тоже. Авторов идеи гораздо больше смущало желание Сорди превратить Чичикова в итальянца.
Получалось следующее. Итальянский жулик приезжает в Россию провернуть аферу. Помещики – партийная номенклатура. Колхозники, соответственно, мертвые души. Внимание, вопрос. Зачем заграничному мошеннику души покойных механизаторов? И вот за отсутствием внятного объяснения проект был закрыт. Так что Сорди опять все испортил. Кстати, Сорди никогда не занимался политикой. Один, единственный раз сыграл в кино роль, так сказать, с политической окраской. Роль бывшего партизана. Я говорю о фильме «Трудная жизнь». В советском прокате «Журналист из Рима». Между прочим, любимая лента Сорди. Позвольте напомнить, что я журналист. Вы были журналистом, уже нет. Вы мой секретарь, я вам плачу приличные деньги. А вы себя ведете как законченный кретин. Мой персонаж, говорил актер, человек предельно честный. Он способен плакать от любви. Маньоцей, вы даже содовую подать не можете. Господин командор. Видите, работает, маньоцей. Тем лучше. С этим пора кончать. Разумеется, в конце концов, он будет вынужден признать себя побежденным. Елена! Елена! Да, в Италии всякий, кто решит остаться честным человеком, поплатится за это по полному счету. Это говорил Сорди. А теперь смотрите, вот последняя сцена фильма. Пьяный герой плюет в проносящиеся мимо автомобили. Кстати, отсюда киноведы сделали далеко идущий вывод о том, что Сорди – противник буржуазного образа жизни. Что? Пчела против меда? Так я и поверил. Лирическое отступление. Сразу после войны Сорди вместе с писателем Серджио Амедеей, тем самым, что написал сценарий фильма «Рим. Открытый город», прогуливались по Риму, радуясь, что скоро он станет мирным, спокойным городом, где будет жить максимум 300 тысяч жителей. Но! Тут началось такое! Появились какие-то строительные конторы. Город стал разрастаться и разбухать на глазах. Настроили не только ужасных панельных домов, но и тысячи фабрик. Больших, малых, средних, любых. А в историческом центре разместились офисы и посреднические конторы. Натуральный бум и сплошная катастрофа. Бум! Так называется один из самых известных фильмов с участием Альберто Сорди. Сорди играет бизнесмена на грани банкротства, который любой ценой хочет сохранить свой социальный статус. Сначала это махинации с земельными участками, потом торговля человеческими органами. Да-да-да, но вы не пугайтесь. В фильме фигурирует всего один орган – глаз, принадлежащий главному герою. Сорди – моралист. Обличительный пафос в его творчестве повсюду. Он не щадит никого, даже себе подобных моралистов. И везде ищет подвох, и везде его находит. Поборник нравственности обязательно оказывается анонимным развратником. Скромный коми-вуажер – торговцем смертью. А мелкий буржуа – изобретательным убийцей. И все они – всего лишь жертвы обстоятельств, бедняги. Герои Сорди всегда зависимы от ситуации. Каждый раз, попадая в просак, они устраивают своеобразные комические реванши неудачников. При этом куражись, демонстрируя напускную браваду, мнимую беспечность и показную самоуверенность. Однако это крикливое лицедейство предназначено не столько для других, сколько для внутреннего пользования. Время от времени маска спадает, и открывается лицо героя. Растерянное, трагически недоуменное. Альберто Сорди продемонстрировал богатую палитру итальянских типов. Трус, врач, лжец, обольститель, взяточник, дурак. Многие обижались, полагая, что Сорди порочит образ рядового итальянца. В какой-то момент актер, как местная достопримечательность, оказался на положении Эйфелевой башни. То есть туристы млеют, а свои терпят. Когда английскому режиссеру Кену Анакину понадобился, цитирую, типичный макаронник, он обратился к Сорди. Это показатель.
Речь идет о картине «Эти великолепные мужчины на своих летательных аппаратах». Сюжет фильма строится вокруг авиагонки через Ла-Манш, за победу в которой борются представители разных государств, в том числе Италии. Ее олицетворяет авиатор Эмилио Пантичелли, граф Плут и Пазек. Вы следуете за французом? За французом ни в коем случае. Италия впереди или вообще не будет участвовать. София, дети, идемте, мы уезжаем. Так большинство представляет себе итальянцев, не так ли? Альберто Сорди называл это идеализацией. И ему было грустно. Итак, есть еще вопросы? Нет вопросов. Тогда я продолжаю без вопросов. На чем я остановился? Да-да-да. Пора уже изгнать из Рима непонятно кем пережеванные котлеты, как вы называете их, гамбургеры. Пора реабилитировать старые тратории с непережеванными котлетами, которые мы называем пицца. Я вас хочу спросить, куда делся великий знаменитый римский крендель? Такой элегантный, весь блестящий, глазированный и посыпанный разноцветной сахарной крошкой. Крендель остался в прошлом. Да и сам Большой Альберто уже не тот, что был раньше. 40 лет в шоу-бизнесе не проходят бесследно. В середине 70-х Сорди начинает совмещать актерскую деятельность с режиссурой. От этого у него резко портится характер. Альберто отказывается играть в ансамбле вместе с другими звездами. Он не слушает советов. Между тем, друзья просят его сбавить обороты. Как режиссер, Сорди делает слишком много фильмов, качество которых оставляет желать лучшего. Пьетро, ты всегда плачешь при виде младенца. Семьи он не создал, жил скромно, очень много работал. И был счастлив, если мог отдохнуть, как он говорил, хоть несколько дней подряд. Сеньор Сорди выглядит утомленным, но довольным. Он хорошо потрудился. Сообщить ему сейчас или подождать? Я думаю, у него есть секунд 30 до прибытия настоящего мэра. Нет, Большой Альберто вас не обманывал. Его действительно избрали городоначальником, но всего на 24 часа, которые только что истекли. А между прочим, в 50-е римляне на полном серьезе предлагали ему занять этот пост. Сорди вспоминал: «Врывается как-то ко мне Дино де Лаурентис, весь такой нервно возбужденный. Все, решено, завтра во второй половине дня тебя ждут в мэрии. Идею сделать тебя мэром все приняли на ура!» Ответ Альберто тогда состоял преимущественно из нецензурных выражений, так как эта новость отравила ему вкусный завтрак. А на завтрак был настоящий римский крендель, между прочим. Тот самый, глазированный, посыпанный разноцветной сахарной крошкой. Ну, кто может подумать, что этим утром я разговаривал с самим сеньором Феллини о кинематографе? Спасибо, сеньор Феллини. Но почему? Вы подарили мне эти поэтические моменты полной магии. Поцелуйте за меня Софи Лорен. Скажите, что я схожу по ней с ума. Федерико, скорее. Ты же сказал в 10. Все из-за этого болтуна. Да ладно, забудь о нем. Черт побери. Альберто Сорди. Ого! Счастливчик этот Феллини. Сказать, кому не поверят. Федерико Феллини и Альберто Сорди. С ума сойти, когда я всем расскажу. Может, у них тут еще и Софи Лорен ходит? Черт возьми! Нет, это просто конец света. И кому мне рассказать? Никто же не поверит. Вот так, прокатившись по древнему городу, познакомившись с его обитателями, посетив кабинет мэра, мы вернулись назад в нашу студию. Такая сегодня была легенда. Доброго вам дня! Così